слову о безопасности движения на дорогах города. Администрация предупреждает автомобилистов о том, что на территории муниципалитета стартовал сезон больших дорожных ремонтов. Напомним, в Вербезе до сих пор продолжается капитальный ремонт улицы Александра Матросова. В дополнение к этому сегодня начались работы по замене дорожного покрытия на Комсомольской. Кроме того, в кварталы между улиц Карла Маркса и Советской переместились ремонтные работы на улице Свободы. По данным отдела городского хозяйства, заявок на перекрытие движения по данным улицам пока не поступало. Тем не менее, автомобилистам стоит быть внимательнее и следить за знаками организации дорожного движения. Напомним, что в этом году большие ремонты дорожного полотна пройдут также на улицах 50 лет Октября, Горького и Логинова напротив школы номер 8.